Дети, желающие вступить в ряды новых тимуровцев, имеют первоочередное право занять рабочие вакансии. Подростки высаживают цветы и деревья, работают в школьных лагерях труда и отдыха, приходят на помощь многодетным семьям, пожилым людям и ветеранам. Шестиклассники из 17-й школы села Суко принимают участие в этом проекте впервые. Сейчас школьники облагораживают территорию памятника в селе, готовятся встретить День Победы. Наши тимуровцы, они просто помогают детям, они еще и за это получают небольшую зарплату. Вот. Дети работают хорошо, качественно, им это нравится. Ну и как бы сами самоутверждаются, можно сказать. Вот. Нам в этом помогает социальная защита населения и центр занятости. Как признаются сами ребята, им благородная работа в радость. Ведь приятно осознавать, что в таком юном возрасте ты не просто помогаешь, а участвуешь в жизни своего села дружной командой. Просто мне нравится помогать ветеранам. И просто у меня у самой дедушка и бабушка, прадедушка с прабабушкой, были ветеранами. Поэтому я люблю помогать, как-то мне нравится это делать. Мы же делаем всю работу совместно, и этим самым как бы команда сплочается как-то. И мы начинаем лучше понимать друг друга, и мы вместе помогаем. Только в апреле этого года в ряды новых тимуровцев вступили более 35 человек из разных общеобразовательных школ города. Ребята наводили порядок вокруг памятников и мемориальных комплексов. Они побелили деревья, разбили цветочные клумбы, убрали мусор. Ветеранам войны и труда подростки помогли справиться с посадкой картофеля, наведением порядка на приусадебных участках и домовых территориях. И, как говорят в Центре занятости населения, к лету армия тимуровцев должна увеличиться. Патриотическое движение растет. У нас в рамках патриотического воспитания проводятся много мероприятий, в том числе и вот акция «Новые тимуровцы». Свободное от учебы время дети получают зарплату и при этом учатся помогать взрослым. Численность их с каждым годом растет. Если в прошлом году это число составило около 380 детей, то в этом году более 450 детей будет принимать участие. Центр занятости населения города Анапа приглашает несовершеннолетних, желающих получить направление на временную работу, обращаться по адресу: город Анапа, улица Калинина, 12. Телефоны 40911 и 40238.